В Хромтауском районе отметили День работника сельского хозяйства. Для населения были организованы сельскохозяйственная ярмарка и соревнования по национальным видам спорта. О том, как проходил праздник, в материале нашего корреспондента. Утром на площади собралось много людей. Все они ждали начала праздника, а также ярмарки. Фермеры из 12 сельских округов предлагали населению конину и говядину, рыбу, а также молочные продукты. Стоит отметить, что цены были ниже рыночных. Мы представляем Актюбинский мясной кластер, Копинский сельский округ. Привезли одну лошадь, фиксированная цена 2000. Уже почти все мясо разобрали. Люди хорошо берут. Цену не превышаем. Примерно сколько стоит килограмм? Килограмм 2000 стоит. Это конина или? Конина. А сколько килограмм вообще? Привезли мы 267 килограмм. Только конину. Что касается жителей, они остались довольны ярмаркой и поделились с нами своими впечатлениями. Купила только что кефир. Цены доступные, поэтому решила докупить еще. Так, на запас. Хотелось бы, чтобы такие ярмарки проводились почаще. Гусиное мясо купила за 10 тысяч. Вполне нормально. Мяса много. Отметим, что после ярмарки праздник не закончился. Напротив, далее устроили красочный концерт, в ходе которого аким района поздравил работников сельского хозяйства с их праздником. Хочу поздравить вас с этим замечательным праздником. Как вам известно, сельское хозяйство – один из важнейших аспектов жизни. Для развития данного направления вы упорно трудились, и со стороны государства была огромная поддержка. Благодаря этому сельское хозяйство в нашем районе развивается с каждым годом, с каждым днем. Так у нас на сегодняшний день насчитывается 360 формирований. Также во время праздника были награждены передовики аграрного сектора. Нас всех сегодня наградили. Я думаю, каждый год он должен праздноваться в таком духе. Это такая большая поддержка от государства, от местных государственных органов. Поэтому очень приятно, конечно, что этот труд оценивается руководством. Всем желаю процветания, чтобы этот бизнес тоже процветал, имел свое место. Хотя Хромтау является промышленным регионом, аграрный сектор здесь развивается день ото дня. В настоящее время насчитывается 365 хозяйств. Несмотря на засуху в этом году, урожай был хорошим. В прошлом году наши показатели были низкими – 106 тысяч центнеров. В этом году урожай был хороший. У нас в основном занимаются животноводством и выращивают пшеницу и другие полезные злаки. Праздничное мероприятие продолжилось соревнованиями по национальным видам спорта. Спортсмены соревновались в борьбе и армрестлинге. Также была устроена игра в перетягивание каната. Жасан Жалбаков, Шенадиль Сагиев, телеканал Актобе.